Всем привет! Приготовим вкусный, сочный, легкий, быстрый и весенний салатик. Для приготовления такого салата нужны только овощи. Пекинская капуста, огурец, помидор, редиска и зелень. А если его заправить сметаной, а не майонезом, то получится вкусный, полезный салат. Готовьте вместе со мной. Приятного вам просмотра! У пекинской капусты вырезаю твердую белую часть, оставляя только мягкие листики. И нарезаю, как показано на видео. Далее нарезаем огурец, помидор, редиску и зелень. Зелень берите любую, какая у вас есть или какая вам нравится. У меня есть только петрушка. Когда овощи готовы, соединяем их все вместе в общей чашке, в которой будет удобно перемешивать. Из специй добавляю соль, черный перец и паприку. Заправляю салат 1 столовой ложкой сметаны. Если у вас нет сметаны, можете добавить майонез. В любом случае салат будет очень сочный. Все тщательно перемешиваем и салат готов. Настаиваться ему не обязательно, можно сразу же подавать его к столу. Легко, быстро, вкусно и сочно. Приятного приготовления и аппетита! Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.